В Ярославском районе арестованы деревообрабатывающий цех и склад. 580 квадратных метров цеха обработки древесины, 560 квадратных метров склада и земельный участок на общую сумму 9,5 миллионов рублей. Такое имущество двоих должников арестовано судебными приставами в Кузнечихе. Причина – долги по кредитам одному из банков Ярославля. Все эти объекты находились в залоге у банка, и в 2012 году терпение кредитора лопнуло, и банкиры пошли в суд. В сентябре прошлого года Фемида вынесла свой вердикт. Теперь арестованное имущество будет реализовано на торгах в счет погашения задолженности перед кредитной организацией.